Приветствую вас, мои дорогие зрители, на связи Яна Федорова. Сегодня буду производить посев семян цинии на рассаду. Так, в контейнер насыпала земли. Сверху на поверхность земли высыпаю семена цинии. Так, расправить, если слишком густо, можно. Циния вот такая смесь, изящная павлин называется. Понравилась мне эта смесь, очень такая очаровательная, цветки крупные, яркие. Уже второй год ее сею. Она и растет хорошо, и цветет обильно. Понравился этот сорт. Так, сверху присыпаю. Ну, примерно на сантиметр. Так вот. Циния всходит очень быстро. Буквально через неделю уже появляются всходы. Все, теперь этот контейнер ставлю на солнечное место, чтобы был яркий свет и тепло, примерно плюс 20-25 градусов температура. Вот циния на пятый день, очень хорошие всходы. Крышку можно уже открыть. Сейчас прошел уже месяц со дня посева. И вот цинии уже заметно подросли. Пора их уже пикировать, у них появились настоящие листочки уже 3-4 кое-где. Просто высаживаю в отдельные стаканчики, заглубляя по семидольные листочки. Ну все, дорогие мои зрители, теперь вы знаете, как произвести посев цинии. Желаю вам красивых цветов и хорошего настроения!